В Алматы запущены 3 новых водонагревательных котла. Они позволят увеличить тепловую мощность мегаполиса на 60%. В этом году на реконструкцию и обновление энергетических активов было выделено 50 миллиардов тенге. Вот этих мощностей, они дают возможность наиболее надежно работать и обеспечить теплоснабжение. То есть это дает еще как бы перспективную нагрузку. Эта перспективная нагрузка дает возможность, как бы вот у нас на рассмотрении еще есть несколько объектов, которые мы готовы подключить. Сейчас, вот имея эту мощность, мы можем их подключить 13 объектов, порядка 60 калорий. То есть вот эта котельная дает нам возможность прироста еще дополнительной мощности в этой регионе. И мы можем обеспечить теплом Бастандыкский, большей части Алузовский и часть Медеузского административного района. Из 300 гигакалорий в котельной «Орбита» 240 пошли на покрытие существующего дефицита теплоэнергии. Оставшихся 60 гигакалорий хватит для строительства еще 120 новых жилых комплексов или 20 крупных торговых центров.